Родниковой водой можно отравиться. Раньше считалось, что она, наоборот, самая полезная, так как очищается низшими слоями почвы, богата микроэлементами. Но проверка современных родников показывает, что вода в них содержит не только полезные вещества, но и мышьяк, свинец, ртуть. Вся таблица Менделеева в одном флаконе. Причина в загрязнении окружающей среды. Что же получается? Теперь пить родниковую воду нельзя, ей можно отравиться –